В Караганду съехались боксеры из Казахстана, Кубы, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Камбоджи. ArcelorMittal Темиртау выступил генеральным спонсором 38-го международного турнира по боксу памяти Галыма Жарылгапова. Поддержка спортивных турниров – это давняя традиция промышленного гиганта и вклад в социальную стабильность региона. Как проходили состязания, расскажет Антон Александров. В этом году турнир памяти заслуженного тренера КЗСР Галыма Жарылгапова собрал боксеров из Азербайджана, Камбоджи, Кубы, Кыргызстана, Таджикистана, а также со всех областей Казахстана, Алматы и Астаны. В общем, приняли участие 139 спортсменов. Слава Аллаху, что много друзей. И вот ArcelorMittal компания тоже поддерживает. Вот, я думаю, что нормально проводим на международном уровне соревнования, когда есть поддержка, когда мы можем приглашать и кубинцев, и других сильнейших боксеров, и гостей. Согласно правилам IBA, поединки проводились в 18 весовых категориях. Во время турнира не было зафиксировано нокаутов, серьезных травм и происшествий. Участники соревнований отмечали хороший уровень подготовки состязаний. Для нас честь, конечно, участвовать в этом мероприятии, в этом соревновании. И именно потому, что здесь, в Караганде, есть такие величайшие боксеры. Так, не только ваш знаменитый Геннадий Головкин. Наша компания всегда готова поддержать социально значимые проекты, особенно те проекты, которые направлены на продвижение спорта среди подрастающего поколения. 38-й международный турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова проходил в центре бокса имени Серика Сапиева. На протяжении 5 дней здесь выбирали победителей и отмечали гостей мероприятия. Сегодня я сам работал, был директором по социальным вопросам. И хочу поблагодарить от всех боксеров и вручить ему скромный подарок. Я 100% убежден, что это очень важно. И мы должны постоянно поддерживать спорт. Это один из фокусов развития будущего, в том числе и нашей компании. Женская команда Карагандинской области стала лучшей в медальном зачете с 4 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями. Мужская команда шахтерской столицы на втором месте. Спортсмены завоевали по 2 золотые и серебряные медали, а также 5 бронзовых наград. Лучшей же среди мужчин стала сборная Азербайджана. Генеральным спонсором турнира выступила компания ArcelorMittal Темиртау. Прекрасно, что такие большие корпорации поддерживают спорт. Это, ну, я всегда говорил, сколько раз я приезжаю, я всегда говорил, что ребята, не бросайте, все проходит, все уходит, но вот этот праздник, который вы дарите людям, праздник бокса, сколько чемпионов выходило, это наша гордость. Чувствуя поддержку шахтеров и металлургов, карагандинские спортсмены по итогам состязаний завоевали 6 чемпионских поясов. Из них 4 достались девушкам. Турнир памяти заслуженного мастера СССР по боксу Галыма Жарылгапова проходит в Караганде уже в 38-й раз. Антон Александров, Николай Шевелев, 5-й канал.